И здесь уже дерево попроще, но тоже. Фазияма, по-моему, да, слушай, что-то нет. Значит, вот если мы ее открываем. Полочка такая. Интересно, вырезаны гранички, балкончики, окошечки. И этот домик имеет интересный вес. Вот возьми руки и подумай, как, сколько он может весить в граммах? Два. Нет. Ну, это... Грамм 200, наверное, нет? Грамм 200 грамм. Да? Ровно... Ну да, такой вот. Чувствуется, что легкий, да, такой? Да. Очень... Это песня. Только производство немножко другое. Вот, нажми на эту кнопочку. Вот это уже универсальная коробочка. Тут можно класть там уже такие побольше вещи. Вот. Тоже красиво, да. Так что-то она уже стала мимо играть. Значит, у нас вот много таких. Типа для украшений. Именно для украшений, да. А вот последний, когда открываем, звучит песня My Way. Ее исполнял в свое время Фрэнк Синатра. Это сигаретница на 40 сигарет. Ну, механика, она, да, изнашивается, но... Что-то в последнее время такой эстетики. А коробочка вообще сама для? Для чая. Больше для пакетика. Это крупный листовой, это мелкий. Пакетики как-то не по высоте, не меняют. Это похоже. Вот, совсем другая. Три. Значит, это для колечек-сережек. Понятно, да, вставили, они уже не... А это для цепочек речки и мешочек, чтобы они не путали совсем. Все, заиграла. И еще потайное отделение для писем от любимого. Вот это колебание ногой абсолютно точно, как делают настоящие балерины. Вот. Но это в этой бутылке еще когда-то было полное, вот остатки ликера. Подготовленное, которое входит в группу, то это пищевое золото. Есть этим тюнер, но сейчас музыка играет с тишиной зоны. Сейчас играет вот с SD-карты, которую я записал музыку. Значит, есть пружина, которую надо завести, так? Потом вот здесь вот, подойди, посмотри. А тут находится рупор. Там он металлический круглый, а здесь деревянный. Традиционный граммофон.
они у нас самого производства примерно 1910 года. То есть им больше 100 лет. И сейчас мы вам поднимем... И у нас есть очень вот эти вот два интересных экспоната. Это уже советского производства, середины 30-х годов. А первые появились в Европе на лет 15 раньше. Я вам сейчас покажу. Вот он интереснее по собой вообще, то, что у него рупор здесь находится вверху. Значит, мы его включаем вот так. Потом смотрите, вот эти телефончики, это советские 38-го года. А вот эта модель Siemens, это немецкий самолет-истребитель. Во время войны лучший самолет, в принципе. Его там вообще боялись. Там, если была возможность, делали ноги, как только увидели. А почему так называют? Чтобы палочка отскакивала, тогда, конечно, смотри, вот если так, то есть она гуляет. Тогда более вот такое после звучания. Да. Угу. Но я его называю Дики Танси. Да? Да. Корпус у него из тыквы, из кабака. Кожа коровья. Первые струны тоже вырезали из коровы. Из кожи, не из коровы, из кожи. А потом перешли на нитки, на гитарные струны и все. И играли на них не просто музыканты, а такие как гусляры, как кобзари. То есть, которые там рассказывали какие-то легенды, мифы и себе немножко подыгрывали. Нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Чудо! Такое понятие, как high-end, высокий выход. Самая крутая техника. А у нас был высший класс. И это, в принципе, то же самое. Она довольно была дорогая. Можно сделать один такой снимок. Все потом эти пластинки, эти аппараты старые переделали на 33 оборота, пластинки стали меньше. Вот это ереванская, такая армянская пластиночка его. А это на Кавказе каменноводская студия, коммерция, там народ отдыхает, все, хорошая черно-белая фотография. Это уже одесский на 33 оборота, вот на черно-белом маячке записано «Абаманы-маны».
Здесь там не помню, что записано. Я тут что-то там описал. Вот такая. И вот на обычных открытках наклеивали пленочку. И вот видите, вот тут вот есть бороздки, записывали пластинки. А здесь вы могли еще текст написать. Желаю крепкого здоровья, большого счастья в личной жизни и всех благ вашей особе. Я на белом свете, там где тебя народ, встретить меня не будет, а один улыбает, мимо тебя так подойдет моя. Просто обычный звезды, где просто земля. Ла-л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 а